Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла долгожданная посылка из Китая. Давно жду эту вещь, давно хотел ее приобрести и наконец-то приобрел. Конечно, упаковочка желает лучшего. Простой целлофановый пакет. Но, правда, обмотали полиуретан. Сейчас скроем, покажу я вам, что я заказал. Конечно, такую вещь так упаковывать, это просто смешно. Уже что-то внутри трясется. Правда, тут и пакет, и пупырка. Пупырка уже вообще вот вся раздавленная. Она даже не пузырчатая. Ну, что-то неприятно шумит. Небольшие царапинки. Демонстрационный экран. Надо вот отверточка, чтобы открыть. Сейчас откроем и попробуем включить.
Вот такая вот подставка, друзья. Кому интересно, ссылочка будет в описании под видео. Стоимость около 12 долларов. Но моя оценка за такую доставку, в принципе, не более 3 баллов. Поверхность вроде бы и зеркальная, но такая нечистое зеркало. Как бы присутствуют вот такие вот преломления. Что-то демонстрировать и показать, чтобы не крутить это в руках, в принципе, вещь довольно хорошая и приемлемая. Больше всего мне, конечно, надо было это для моделей. Поставил, включил, и модель аккуратно крутится. Со всех ракурсов ее можно показать. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.